Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале Сад, Цветник и Огород круглый год. Хочу показать вам, как растет кукуруза сорта лакомка, посаженная семенами в открытый грунт. Такая красота. Початочки уже нарастают. Мне нравится срывать плоды кукурузы молочной спелости. Поэтому она очень даже успеет хорошо поплодоносить для этой цели. Не заморачивалась посадкой через рассаду. Несколько растений посадила вот на эту маленькую грядочку. Вот такие красивые метелочки. С них сыпется пыльца. Стоит только дотронуться. Кукуруза, конечно, очень украшает участок. Вот так вот сыпется пыльца. Такое облако. И будет такое лакомство для всех нас. Уход самый простой. Я просто поливала растения. И вот в конце июля уже есть початки. Привлекло меня, конечно, это растение своей простотой в уходе и декоративностью. Советую вам посадить в следующем сезоне кукурузу и вырастить для себя. У нас в Западной Сибири не принято выращивать кукурузу. Есть, конечно, посадки, но это в основном кормовая кукуруза. Поэтому хочется вырастить хоть немножечко для того, чтобы поесть самим. Сегодня у нас на календаре 2 ноября. Урожай кукурузы мы уже давно собрали. Вот эти два початочка я оставила для того, чтобы семена использовать в следующем сезоне для посадки. Урожай был отличный. Мы эту кукурузу с удовольствием кушали. Она оказалась очень вкусной, действительно сладкой. Действительно, эта кукуруза сахарная, лакомка. И детям понравится, и разнообразит ваш стол. В уходе очень простое растение. Действительно, что мне приходилось делать, это только поливать и пропалывать сорнячки. И в итоге получили урожай. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте их на моем канале «Сад, цветник и огород круглый год» на YouTube. Я постараюсь на них ответить. И оформляйте подписку на мой канал, чтобы всегда быть в курсе, когда выходят мои новые видео. До свидания!